Доброе утро! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о благодати. И сегодня я хотел бы поговорить о дарах Духа Святого. Я на 100% уверен, что дары Духа Святого начинают двигаться в нас, проявляться через нас только по благодати. Я вижу, как многие люди напрягаются, пытаясь вызвать из себя вот эти дары, тренируются, качают дух, как говорил один брат, и ничего не происходит. Кроме того, что твой дух становится крутым перцем, ничего не происходит. Потому что нужно просто понимать, что такое дары. Согласно 1 Коринфянам 12 главы, по-моему, 7 стиха, дары – это проявление Духа Святого, живущего в нас. Итак, каждому дается проявление Духа. Дух Святой, который живет в нас, это благодать Божья. Я думаю, вы все согласитесь со мной. Это даже благодать на благодать и на благодать. Благодать в кубе. Представьте себе Бога святого, непорочного, живущего в твоем сердце, грубо говоря, в помойке страстей, похотей и искушений, с которыми ты борешься, а может быть и не борешься вовсе. Я не представляю себе это. Я не могу себе представить, чтобы я пошел в место нечистот и просто там жил. Я не могу себе представить, чтобы я в принципе туда пошел. Но чтобы жить, это даже не обсуждается. А он это сделал. Если вы скажете, что вы являетесь абсолютно чистыми и непорочными, то я думаю, что нам с вами не по пути, потому что мы не такие. Даже апостол Павел пишет: «О, грешный я человек, кто избавит меня?» И вот жизнь Духа Святого, пребывание Духа Святого внутри нас – это нереальная благодать Божья. И когда вы это понимаете, когда вы с этим соглашаетесь, вот тогда и начинает проявляться Дух Святой. Не когда вы пытаетесь заработать или включить эти дары, да, молясь там часами за каких-то людей, а когда вы просто понимаете, что это не вы, не вы, вы вообще к этому не имеете никакого отношения. Ни рядом, ни близко, ни вскользь. Это Он. А Он начнет действовать только тогда, когда вы перестанете дергаться, зарабатывать, заслуживать, натренировывать и прочие усилия прилагать, а просто позволите Духу Святому действовать через вас. Итак, проявление даров – это благодать жития Духа Святого внутри верующего.